Всем здравствуйте! Сегодня еще одно стихотворение Ахматовой Анны Андреевны. Так много камней брошено в меня, что ни один из них уже не страшен. И стройной башней стала западня высокую. Среди высоких башен строителей ее благодарю, пусть их заботы и печаль минуют. Отсюда раньше вижу я зарю, здесь солнце луч. Последний торжествует, и часто в окна комнаты моей влетают ветры северных морей, и голубь ест из рук моих пшеницу. А недописанную мной страницу божественно, спокойно и легко допишет муза смуглая рука.